Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить синхронизацию Google. Для этого мы открываем приложение «Настройки», спускаемся в самый низ практически и выбираем пункт «Google». Нажимаем на кнопочку «Резервное копирование» и видим, что у меня резервное копирование, например, включено, да? А у вас оно может стоять вот на вот таком вот моменте. И что мы должны сделать? Должны нажать на кнопочку «Загрузить на Google диск», выбрать аккаунт, на который будет загружаться резервная копия, а затем нажать на кнопку «Начать резервное копирование». Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания. Не забывайте писать комментарии.